зовут Стас, мне 22, я прошел групповой тренинг в Шамшурино. Вот, я как бы раньше не подходил на улице, особо не знакомился именно на улице. А после него мне как-то поперло, я начал подходить, даже если самому страшно, дискомфортно. Я вспоминаю, как Вован говорит: а представь, что эта девка должна тебе там миллион долларов, там евро, я не знаю. И меня после этого как-то понесло. Вот. Отдельное спасибо хочу сказать саппорту Диме, он меня хорошо пинал, мы с ним созванивались в будни, там, выходные. Вот. И без него я тоже, думаю, далеко бы не прошел. Как бы буду стараться дальше, целей много, я вижу, к чему стремиться. Как бы все будет заебись, я уверен в этом.